Осталось 4 секунды. Нет, нет. 4, 3, 2, 1. Время вышло. Он идет. Вернись в круг быстро! Или ты больше с нами не играешь? Бежим! Если ты играешь в игру... Что это? Во время игры нельзя засыпать или долго оставаться на одном месте. То он придет. Она поправится? Вы сказали, ей стало плохо на чердаке? Я никогда не видела ее такой напуганной. Признайтесь, вы играете в игру. Что за игра? Полуночный человек. Роберт Инглунд. Лин Шей. Эта игра не для детей или наивных подростков. Полуночный человек не знает пощады. Нет! Если свеча погаснет... Вы должны зажечь ее снова за 10 секунд. Если у вас не получится, встаньте в защитный круг из соли. Если хоть одно из этих правил будет нарушено, полуночный человек воплотит ваши самые жуткие кошмары. Все ваши страхи. Полуночный человек не любит проигрывать. Принадлежат ему. То есть он жульничает? Я под защитой. И у него отлично получается. Это цвет твоей крови! Если ты играешь... Это же просто игра, правда? И он выигрывает... Это как глупые страшилки из интернета. Ты умрешь. Полуночный человек.